Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наши вебинары в рамках программы «Гиппократ 5», посвященные внутренним болезням в алгоритмах и схемах. И сегодня мы с вами поговорим о нарушениях ритма и проводимости. Ну, прежде всего, давайте дадим определение, что же такое нарушение сердечного ритма. Аритмия представляет собой нарушение частоты, ритмичности, а также последовательности сердечных сокращений, либо учащения, которое называется, как вы знаете, тахикардией, либо урежение брадикардии ритма, преждевременные сокращения экстрасистолии, а также дезорганизация ритмической деятельности сердца. Ярким представителем такой аритмии является фибрилляция предсердия. В большинстве случаев аритмии являются симптомом достаточно грозных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, их наличие сопряжено с риском летального исхода или развитием серьезных осложнений, таких как тромбоэмболические события или сердечная недостаточность. Но прежде чем начать говорить о алгоритмах и схемах, о подходах к диагностике, давайте с вами вспомним чисто анатомически, как представлена электрическая проводящая система сердца. Синусовый узел локализуется у нас в верхней части правого предсердия, между верхней полой вены и ушком правого предсердия. Далее импульсы из синусового узла проводятся к АВ-узлу через миокард предсердий, а далее из АВ-узла импульс уже распространяется по пучку ГИСа, который немножко ниже, так сказать, своего основного ствола, делится на правую и левую ножки. И если правая ножка практически обособлена, то левая ножка, она делится на переднюю и заднюю ветви. Ну и вот здесь мне очень нравится такая синхронизация изображения анатомической анатомии проводящей системы сердца и электрокардиограммы, когда мы видим, что как отражается то или иное, в общем-то, возбуждение того или иного отдела сердца на электрокардиограмме. Итак, нарушения ритма сердца классифицируются в зависимости, в частности, от локализации, от того, где они, в общем-то, возникают. Итак, синусовый узел может, в общем-то, иметь проблемы и, в общем-то, и все те изменения, которые происходят в синусовом узле, с клинической точки зрения, могут конвертироваться либо в брадикардию, либо в тахиаритмию. И, в общем-то, клинически перед нами будет либо синусовая брадикардия, либо синусовая тахикардия. Далее, в предсердиях, если локализуется проблема, то это манифестирует экстрасистолией, трепетанием, фибрилляцией предсердий, пароксизмальной наджелудочковой тахикардией, эктопической, то есть очаговой предсердной тахикардией, а также многофокусной предсердной тахикардии. АВ-узел тоже может быть источником аритмии. И если мы говорим о брадиаритмии, то это блокада проведения в АВ-узле и возникновение замещающего так называемого узлового ритма. Либо, если мы говорим о тахиаритмии, это возникновение реципрокной КАВ тахикардии. Слово «реципрокное» означает с использованием, значит, тахикардии механизма Риентри. И, наконец, желудочки. Если они являются, в общем-то, источником аритмии, в случае брадиаритмии перед нами будет замещающий желудочковый ритм. Если мы говорим о тахиаритмии, то сюда входит желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, тахикардия от Арсада де Пуанс, пируэт так называемая, и фибрилляция желудочка. Но для нас, для клиницистов, для кардиологов, для терапевтов наиболее важна вот эта классификация, клиника прогностическая, когда мы все аритмии подразделяем вот таким образом. Жизнеопасные – это те аритмии, на фоне которых возникает отек легких, гипотония, ишемия миокарда или головного мозга. Прогностически неблагоприятные нарушения ритма. Сюда входят бессимптомные или клинически выраженные желудочковые аритмии у пациентов с органической патологией сердца, такой как ишемическая болезнь, болезнь сердца, гипертрофия миокарда, тяжелая сердечная недостаточность, наличие врожденного либо приобретенного удлиненного интервала КТ, а также синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром ВПВ, который увеличивает риск внезапной смерти.
Существуют так называемые еще прогностически неблагоприятные нарушения проводимости. Сюда относятся далеко зашедшие авоблокады, я имею в виду третьей степени авоблокады, дистальная авоблокада и трехпучковая блокада, в которую увлекается пучок ГИСа и его ветви. Ну и еще один тип аритмии – прогностически незначимые нарушения ритма. Вот на это следует обратить особое внимание. И в зависимости от того, в какую из этих градаций попадает аритмия у нашего пациента, в зависимости от этого мы и будем выстраивать лечебную тактику. Немножко эпидемиология. Ну, аритмии достаточно распространены в популяции. Если мы говорим о наджелудочковых тахикардиях, то их распространенность составляет 2,25 на 1000 человек, а заболеваемость где-то 35 человек на 100 тысяч человека лет. Надо сказать, что женщины чаще, в два раза чаще страдают наджелудочковыми тахиаритмиями. С возрастом, особенно если мы говорим об отсечке 65+, увеличивается пятикратно. Риск возникновения наджелудочковых тахиаритмий по сравнению с молодой когортой. Ну и, конечно, если мы вспомним о фибрилляции предсердия, самая распространенная, самая частая наджелудочковая тахиаритмия, то в мировой популяции, в частности, в 2010 году, ее частота встречаемости находилась на уровне почти 21 миллион у мужчин и 12,6 миллионов среди женщин. И это, в общем-то, в странах развитых, с высокими показателями заболеваемости, но самое главное, с высокими показателями выявляемости этой аритмии. Если мы говорим о эпидемиологии желудочковых тахиаритмии, внезапной смерти, то ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире погибает 17 в среднем миллионов человек, а из них четверть, 25%, становятся жертвами именно внезапной сердечной смерти. Здесь надо сказать, что преференция умереть внезапно у мужчин имеет место быть, и увеличивается она с возрастом в связи с большей распространенностью ишемической болезни сердца у пожилых людей. Число случаев внезапной сердечной смерти варьирует от 1,5 на 100 тысяч человек населения в год у женщин до более чем 6 на 100 тысяч человек в год у мужчин. Да, мужчины здесь, в общем-то, в большей степени страдают. По механизмам развития. Брадиаритмии, если мы с вами возьмем, они подразделяются нарушение ритма сердца на аритмии, которые связаны с нарушением образования импульса. Это, в частности, снижение автоматизма. Я не буду сейчас останавливаться подробно на механизмах возникновения такого нарушения. Просто скажу, что клинически это конвертируется в синусовую брадикардию. А если мы говорим о механизме нарушения проведения импульса, то это будет блокада проведения. И конвертироваться это будет в нарушение АВ-проводимости, то есть развитие АВ-блокады различной степени выраженности от первой до третьей. Тахиаритмия – то же самое. Нарушение образования импульса, усиление автоматизма, например, синусового узла, приведет к развитию синусовой тахикардии. Возникновение эктопического, то есть какого-то другого очага, который взял на себя функцию водителя ритма, а не синусовый ритм, приведет к развитию эктопической очаговой предсердной тахикардии. Существует механизм триггерной активности, которым большое значение имеют ранние и поздние постдеполяризации, которые связаны с удлинением потенциала действия кардиомиоцита, перегрузкой внутриклеточным кальцием кардиомиоцита, например, на фоне дигиталисной интоксикации. И вот такие тахиаритмии, как правило, конвертируются в развитие желудочковых тахикардий, в частности, торсада де Пуанс, а также экстрасистолию предсердную, как я уже сказала, но чаще всего желудочковую. Нарушение проведения импульса. Нарушение проведения импульса работает по механизму реентри, повторного входа волны возбуждения. И, в общем-то, по этому механизму развиваются в основном пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, фибрилляции трепетания предсердия, ну и часть желудочковых тахиаритмий и даже фибрилляция желудочков. Когда перед нами появляется пациент с предполагаемым нарушением ритма сердца, мы должны ответить себе на 5 основных вопросов. Какое все-таки нарушение ритма сердца имеет место у пациента? Какие механизмы лежат в его основе? То есть, в общем-то, выяснить патогенез, от этого будет зависеть наша лечебная тактика. Выяснить причины возникновения аритмии – это очень важно. Какие условия, какие заболевания провоцируют эту аритмию?
клинически, как проявляется эта аритмия. Ну и самый главный вопрос – в аритмологии быть или не быть, какое лечение показано больному и показано ли оно ему вообще. Основные признаки аритмии, их 7, они перед вами – это тахикардия, это брадикардия. Конечно, больной вам не скажет, что у него тахикардия, он скажет, что у него сердцебиение. Конечно, он вам не скажет, что у него брадикардия, он скажет, что у него… В общем-то, сердце вообще не стучит или стучит очень редко. Предобморочные и обморочные состояния, спутанность сознания, достаточно выраженная вегетативная симптоматика вроде профузного потоотделения, одышка, головокружение. Основными причинами брадиаритмии являются, ну, точнее, они бывают внутренние и внешние. Внутренние причины, конечно, относятся к дегенеративным, в общем-то, дегенеративному состоянию сердечно-сосудистой системы, в частности, проводящей системы сердца, да, ишемическая болезнь сердца, инфильтративные заболевания миокарда, что встречается реже, так же, как и соединительно-тканная дисплазия, миотическая мышечная дистрофия, хирургические травмы, врожденные заболевания, которые, в общем-то, так называемые болезни Лёва или Негра, которые включают патологию синусового и АВ узла, ну и инфекционные заболевания, то есть какие-то морфологические структурные изменения миокарда. Но существует масса внешних причин брадиаритмии, такие как физическая тренированность, спорт, возможно, вследствие повышения тонуса вагуса. Также, в общем-то, вазальные обмороки, гиперчувствительность каротидного синуса – это тоже может быть причиной брадиаритмии. Кашель, мочеиспускание, дефекация, рвота – все вот эти вот гиперреактивные проявления тонуса блуждающего нерва могут сопровождаться брадиаритмией. Ну и прием, конечно, большого количества препаратов с отрицательным хронотропным или бетмотропным действием. Это бета-блокаторы, блокаторы медленно-кальцевых каналов, клонидин, дигоксин, литий, многие антиаритмические препараты, особенно если их применяют совместно. Наркотическая зависимость, кокаин, длительное его использование тоже приводит к стойкой брадикардии. Электролитный дисбаланс, гипогиперкалемия, различные метаболические нарушения, но чаще всего здесь, как пример, вы, я думаю, все хорошо знаете, гипотиреоз, гипотермия, нервная анорексия тоже, неврологические нарушения, особенно с вовлечением, в общем-то, центральной нервной системы в патологический процесс, ну и синдром обструктивного сонного апноэ. На этом слайде я хочу, в общем-то, представить информацию о том, что существует достаточно большое количество здоровых людей, у которых в отсутствии клинических признаков каких-либо существует свой так называемый нормальный диапазон частоты сердечных сокращений. Он составляет, вы не поверите, 46-93 удара в минуту у мужчин и 51-95 ударов в минуту у женщин. И частота при этом в норме в ночное время ниже. Во время отдыха или ночного сна, даже низкая ЧСС 40 ударов в минуту может быть нормальной, в том числе и у здоровых людей. ЧСС может колебаться физиологически во время дыхания, при проведении различных вагусных тестов, в частности, пробы Вальсальвы, Мюллера, и это свидетельствует о нормальном вегетативном контроле синусового узла. Ну и понятно, брадикардию часто диагностируют у тренированных спортсменов, частота ниже 40, у которых наблюдается и в покое. Ну и про паузы хочется сказать, потому что очень часто при мониторировании у пациентов выявляются небольшие паузы, незначительные, вот чтобы, в общем-то, они не вводили вас в какое-то заблуждение или как-то не волновали. Вы должны помнить, что паузы до 2,5 секунд на фоне синусового ритма наблюдаются у 10% здоровых людей, паузы больше 2 секунд у 20% спортсменов, а паузы длительностью даже до 3 секунд у 37% спортсменов во время ночного сна. Ну, давайте поговорим о алгоритмах диагностики брадикардии. Для чего вообще нам нужно понимание вот это, насколько брадикардия действительно опасна? Нужно выявить тех пациентов, у которых этот симптом влияет на качество жизни, подвергает их риску потенциально тяжелых осложнений, таких как обмороки, развитие сердечной недостаточности, аритмия с риском эмболии, внезапной сердечной смерти. И поэтому наша задача – установить причинную связь между имеющимися симптомами и эпизодами брадикардии. Потому что у обмороков могут быть другие причины, а не только брадикардия. Алгоритм диагностики включает в себя сбор анамнеза, когда мы предпринимаем попытку выявить потенциально обратимые причины брадиаритмии, то есть особенно обращаем внимание при расспросе на ту терапию медикаментозную, которую наш пациент получает, особенно
особенно оцениваем препараты, которые не влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть, в общем-то, используются не для лечения сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, для диагностики брадиаритмии мы используем стандартную исходную ЭКГ в 12 отведениях, которая может быть совмещена вот в случае диагностики брадикардии и симптоматики, которая, в общем-то, сопровождает эту брадикардию, с пробой Вальсальва, массажем каротидного синуса и ТИЛ-тестом, когда мы оцениваем генез ваговазальных обмороков. Ну и, наконец, проба с физической нагрузкой. Она тоже часто бывает полезной, потому что может выявить хронотропную недостаточность или обратимость АВ-блокады второй степени у молодых пациентов, что не является проблемой. На этом слайде вы видите примеры, как выглядит ЭКГ-диагностика брадикардии. Вот на первой картиночке остановка синуса узла, вы видите отсутствие комплекса зубца П, комплекса КУРС, достаточно длительное время. Здесь представлен пример АВ-блокады первой степени, когда вы видите удлинение интервала П, более 20 миллисекунд. Далее АВ-блокада второй степени МОПИЦ-1 с постепенным удлинением интервала ПК до полного выпадения комплекса КУРС. АВ-блокады второго типа МОПИЦ-2, когда имеет место выпадение комплекса КУРС без, так сказать, предшествующего удлинения интервала ПК. И, наконец, АВ-блокада третьей степени, когда вы видите абсолютную рассинхронизацию работы предсердий и желудочков. То есть предсердия сокращаются в своем ритме, а желудочки в своем. Очень часто брадикардию, особенно ту, которая является симптомной, которая требует нашего внимания, не так легко, в общем-то, выявить, чтобы она действительно указывала на то, что она является причиной той симптоматики, с которой пришел к вам пациент. Поэтому вот используется длительная регистрация электрокардиограммы. В частности, здесь представлена запись имплантируемых мониторов, которые, в общем-то, и показали нам, что у больного есть АВ-блокада третьей степени, у пациентки вот 68 лет с трехлетним анамнезом повторных обморков и отрицательным электрофизиологическим исследованием. То есть пациентка достаточно много уже проводила диагностических обследований, и только вот длительная регистрация ЭКГ с помощью имплантируемого монитора помогла выявить причину такой симптоматики, таких обмороков. Электрофизиологическое исследование тоже при диагностике брадикардии играет достаточно большую роль. Ну, наверное, не буду я останавливаться подробно на этом методе исследования. Он достаточно специфичен. И, в общем-то, просто помните, что если перед нами такие пациенты, то следует направить больного к ритмологу, чтобы он провел электрофизиологическое исследование и выявил определенные показатели, которые позволят говорить о том, что да, у пациента клиника абсолютно, в общем-то, сопоставима или брадикардия является причиной той клиники, с которой к вам пациент и пришел. Подходы к лечению при брадикардии. Ну, понятно, что нужно выявить факторы возникновения брадикардии, насколько она обратима, насколько она ситуационна, отменить вызвавшие ее лекарственные препараты либо другие провоцирующие факторы. Лечение не требует пациенты с синусовой брадикардией, синусовыми паузами или остановкой синуса узла менее 3 секунд. Они требуют наблюдения и не более того. Если брадикардия развилась остро, то можно использовать однократно атропин либо изопринолин для острого ускорения сердечного ритма и улучшения работы сердца, но, безусловно, эти препараты не используются просто так. Они, в общем-то, тоже имеют свои показания и противопоказания. Поэтому здесь, конечно, в общем-то, нужен глаз специалиста, чтобы определить, насколько они нужны. Ну и пациентов с синдромом слабости синуса узла, нарушениями АВ-проводимости необходимо рассматривать как потенциальных, в общем-то, пациентов на предмет имплантации временного или постоянного искусственного водителя ритма. Поджелудочковые нарушения ритма, давайте дадим им определение, это группа сердечных аритмий, которые по этиологии, по патогенетическим механизмам, клиническому и электрокардиографическим проявлениям и прогнозу, в общем-то, несколько различаются, но объединяет их одно. В общем-то, все источники аритмии находятся выше разведения пучка ГИСа, а именно в АВ-соединениях, либо в предсердиях, либо в устьях легочных и полых вен или клетках синуса узла, но не в желудочках сердца. Дело в том, что наджелудочковые тахиаритмии, несмотря на то, что многие считают их безопасными, все-таки влияют на наше качество жизни, поэтому нам
клиницистам нужно обращать внимание на следующее. Обратить внимание на ту симптоматику, которая развивается у пациентов при аритмии. Оценить частоту и продолжительность приступов и как пациент их переносит. Необходимость обращения в стационар для лечения при развитии такой аритмии. Есть ли у пациента чувство тревоги при занятии определенными видами спорта или занятиями какой-то профессиональной деятельностью, которая может провоцировать эту аритмию? Опасения появления приступа во время вождения автотранспорта и ощущение продолжительной усталости после окончания эпизода аритмии. Вот эти опции обязательно нужно выяснить, чтобы понять, насколько наджелудочковая тахикардия влияет на качество жизни пациента и требует от нас каких-то серьезных медицинских, в общем-то, мероприятий. Но, к сожалению, пароксизмальная наджелудочковая тахиаритмия может быть фатальной, если обмороки приводят к жизнеугрожающей травме, если тахиаритмия, несмотря на то, что она наджелудочковая, конвертируется в фибрилляцию желудочков, об такой аритмии мы сегодня с вами, кстати, будем говорить. Если на фоне этой наджелудочковой аритмии возникают тяжелые эмболии, как, в частности, например, при фибрилляции, трепетании, предсердии, если эта аритмия является субстратом для развития отека легких у пациентов, особенно с компрометированным левым желудочком при наличии систолической или диастолической дисфункции миокарда левого желудочка. И если на фоне этой аритмии возникает ишемия, она приводит к ишемии миокарда, у пациентов основным заболеванием которых является ишемическая болезнь сердца. Алгоритм диагностики представлен перед вами. Это ЭКГ в 12 отведениях для регистрации наджелудочковой тахикардии, либо длительное электрокардиографическое мониторирование. ЭКГ с физической нагрузкой тоже можно здесь, в общем-то, применить. Электрофизиологическое исследование, специфическое, я о нем уже говорила. Вагусные пробы, в частности, массаж каротидного синуса. Не самая лучшая, конечно, вагусная проба. На сегодняшний день все-таки надо стараться избегать проведения этой именно вагусной пробы, потому что, особенно у пожилых пациентов, потому что мы не знаем состояние их брахиоцефальных артерий, может быть, там имеет место бляшка, которая при вот таком массаже может, в общем-то, подвергнуться травматизации. Поэтому самой лучшей вагусной пробой является умывание холодной водой, проба Вальсальвы, проба Мюллера. И фармакологические пробы, которые, в общем-то, мы можем использовать, это проба с верапамилом, аденозином, тоже могут нам позволить диагностировать наджелудочковую аритмию. На этом слайде представлены, в общем-то, наджелудочковые экстрасистолы. Они указаны стрелочками различными. Например, на этом на первом слайде вы видите ранние предсердные экстрасистолы по типу бегеминии, да, то есть после каждого нормального сокращения идет преждевременное сокращение. Есть так называемые блокированные предсердные экстрасистолы. В общем-то, их характер, их картинка, их, в общем-то, формы разнятся в зависимости от того, в каком, так сказать, отделе предсердия они возникают. В общем-то, в этом случае наджелудочковые экстрасистолы имеют свои, в общем-то, специфические характеристики. Этот слайд, наверное, является самым важным в этой презентации, по крайней мере, один из важных, потому что он помогает нам в дифференциальной диагностике тахиаритмии с узкими желудочковыми комплексами. Что такое узкий желудочковый комплекс? Это комплекс меньше 120 миллисекунд. Итак, если перед вами тахиаритмия с узкими комплексами, прежде всего вы должны обратить внимание на то, насколько они регулярны. То есть регулярные комплексы КОРС или нерегулярные комплексы КОРС. Давайте сразу с нерегулярными закончим. Итак, если это комплексы КОРС, возникающие на ЭКГ, нерегулярны, то перед нами будет, в общем-то, либо фибрилляция предсердий, либо многофокусная предсердная тахикардия, либо трепетание предсердий или предсердная тахикардия с меняющейся частотой АВ проведения. Если желудочковые комплексы регулярные, то далее мы оцениваем уже предсердный комплекс, то есть видны или не видны так называемые зубцы П. Итак, предсердные комплексы не видны, и предсердные комплексы видны. Предсердные комплексы, если не видны, то чаще всего это АВ-узловая ресипрокная тахикардия. Здесь почему-то на слайде это не написано. Если предсердные комплексы видны? Мы оцениваем частоту предсердных комплексов по отношению к частоте комплексов КОРС. Если частота предсердных комплексов больше,
частоты комплексов КРС, то перед нами трепетание предсердий или предсердная тахикардия с АВ-блокадой. Если частота предсердных комплексов не превышает частоту комплексов КРС, то мы проводим анализ интервала РП. Итак, интервал РП короче интервала ПР. Ну, я думаю, вы все хорошо понимаете, представляете, что такое интервал РП и интервал ПР. Интервал ПР – это интервал от зубца П до комплекса, до зубца Р, а интервал РП – это как раз следующий, получается, в общем-то, отрезок от Р до следующего П. Так вот, если отрезок от зубца R до следующего P короче интервала между P и R, то это будет либо АВ-узловая реципрокная тахикардия, либо АВ-реципрокная тахикардия, либо непароксизмальная тахикардия из АВ-соединения. Если интервал РП длиннее интервала ПР, то это будет предсердная тахикардия, синоатриальная узловая реципрокная тахикардия, атипичная АВУРТ, АВ-узловая реципрокная тахикардия, либо АВ-тахикардия с медленным дополнительным путем проведения. Уважаемые коллеги, ну вот, начиная от этого момента анализа интервала РП, конечно, в общем-то, информация в большей степени адресована кардиологам, и я бы даже сказала, к ритму. Поэтому наша задача, оценив этот алгоритм, понять еще раз регулярность или нерегулярность комплексов КРС, оценить наличие зубца П, оценить частоту предсердных комплексов и комплексов КРС, ну а далее уже, в общем-то, наверное, если имеет место уже необходимость в оценке интервала РП, явно этот пациент нуждается в консультации кардиолога и аритмолога. Ну и вот так, собственно, на кардиограмме выглядят различные варианты предсердной тахикардии. Это вот фокусная, то есть очаговая предсердная тахикардия с определенными характеристиками зубца П. Да? Это предсердная тахикардия с блокадой проведения АВ 2 к 1. Вот, это предсердная тахикардия, вот это, да. А это предсердная тахикардия тоже с блокадой проведения, но на фоне дигиталисной интоксикации. Трепетание предсердий тоже, конечно, является представителем наджелудочковой аритмии и характеризуется быстрым регулярным сокращением предсердия с частотой 240-350 ударов в минуту и отсутствием изолинии, которая разделяет предсердные волны. То есть изолинии никакой нет, а есть вот такие вот, в общем-то, зубчики. Пилы. Ну и здесь представлены три варианта трепетания, два типичных и, соответственно, одно атипичное. Тоже не буду подробно на них останавливаться, потому что все эти нюансы, конечно, требуют, в общем-то, уточнения у аритмологов и у электрофизиологов. Фибрилляция предсердия. Вот об этой аритмии мы поговорим несколько подробнее, потому что она наиболее распространенная наджелудочковая аритмия. Посмотрите, пожалуйста, частота встречаемости, какая у пациентов в общей популяции. 1-2%. Такая, так часто встречается аритмия в общей популяции. Как я уже говорила, распространенность аритмии увеличивается с возрастом, и ярким представителем вот такой аритмии является фибрилляция предсердия. 3% популяции старше 20 лет и 15% популяции старше 80 лет. Заболеваемость фибрилляции предсердия за последние 20 лет выросла более чем на 15%. Ну а здесь на кардиограмме представлена, собственно, сама фибрилляция предсердия. Вы видите определенные ее характеристики, тоже отсутствие изолинии, вот такая дрожащая изолиния, отсутствие зубцов П и разные расстояния R. 43,6 миллиона человек в мире страдают фибрилляцией предсердия, согласно данным, которые были представлены в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с фибрилляцией предсердия. В России фибрилляция предсердия диагностируется у 600-700 пациентов на 100 тысяч населения. Это показатель, который стандартизован возрасту, но и чаще фибрилляция встречается у мужчин. Смотрите, пожалуйста, риск развития фибрилляции предсердия в течение всей жизни у одного из трех человек.
Это колоссально много, и это очень большая социальная проблема. Почему? Потому что фибрилляция предсердия ассоциирована с плохим прогнозом и ухудшением качества жизни. Ну, давайте самый важный отметим. Смерть. Повышение смертности, особенно внезапный, развитие сердечной недостаточности и развитие инсульта. Инсульт. 20-30% всех случаев инсульта развиваются вследствие фибрилляции предсердия. И более того, растет количество так называемых пациентов с инсультом и латентной, то есть недиагностированной явно фибрилляцией предсердия. И для того, чтобы действительно понять, откуда у пациентов рецидивирующие инсульты, для этого нужно приложить достаточно большое количество усилий. Ну и второй момент. Качество жизни, конечно, у пациентов с фибрилляцией предсердия нарушено независимо от других сердечно-сосудистых состояний, потому что это очень неприятно, чисто вот субъективно пациентами переносится. Ну и в 2020 году, в том же документе, о котором я уже сказала, в европейских рекомендациях по ведению пациентов с фибрилляцией предсердия представлен был новый алгоритм диагностики и лечения таких пациентов, который, в общем-то, можно представить вот такой формулой от CC to ABC. Что такое CC? Это, конечно, зафиксировать, увидеть, распознать фибрилляцию предсердий с помощью 12, в общем-то, канального ЭКГ вот, или каким-то другим способом. Если пароксизм фибрилляции предсердий длится более 30 секунд, мы говорим, конечно, о том, что это действительно уже фибрилляция предсердия, на которую стоит обратить внимание, и охарактеризовать ее, оценить риск инсульта, симптоматики, значит, каких-то дополнительных непосредственно, в общем-то, факторов, которые будут усугублять течение фибрилляции предсердия, то есть оценить, на фоне которого она, в общем-то, развелась, и, а также ее длительность и продолжительность. И терапия, АБЦ-терапия – это антикоагуляция, это улучшение симптоматики и лечение, в общем-то, того фона, той коморбидности, коррекция факторов риска, которые, в общем-то, сопровождают данную аритмию. Что хочется сказать по поводу верификации фибрилляции предсердия, в частности, у пациентов с криптогенным, то есть неизвестно каким инсультом. У пациентов с острым ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой, когда мы не документировали фибрилляцию предсердия, необходимо все-таки ее кропотливо поискать. Для этого следует провести мониторинг ЭКГ в течение первых 24 часов, а после чего непрерывный мониторинг кардиограммы, электрокардиограммы в течение уже 3 суток. У пациентов с инсультом в анамнезе без документированной фибрилляции предсердия дополнительный ЭКГ мониторинг или с помощью имплантируемых кардиомониторов выявление фибрилляции должен быть использован с целью верификации фибрилляции предсердия. Ну а вот на этом слайде представлены многочисленные возможности современные сделать это. Ну, мы знаем, да, что если пациент у нас измеряет просто дома в домашних условиях артериальное давление, у него, в общем-то, ничего не получается, либо у него начинается какое-то неритмичное, в общем-то, какие-то удары он слышит и чувствует, да, то, наверное, на это следует обратить внимание. Просто, в общем-то, оценить состояние пульса и по пульсу уже понять, что что-то не так, как-то очень неритмично бьется сердце. Конечно же, на сегодняшний день очень активно нам в этом помогают гаджеты. Apple Watch – это часы умные или носимые устройства. Это современные смартфоны, айфоны. Вот. Ну и, конечно, многочисленные другие устройства, которые позволяют, в общем-то, длительно регистрировать электрокардиограмму. Портативные ленты, вот так они выглядят для непрерывной записи. Долгосрочная. Холтеровское мониторирование, электроды, которые, в общем-то, вживляются на 1-2 недели, да, и имплантируемые кардиомониторы. Еще раз повторю, регистрация фибрилляции на 12-канальное ЭКГ более 30 секунд говорит о том, что перед нами пациент с фибрилляцией предсердия. А здесь представлена так называемая Ехровская шкала клинических проявлений фибрилляции предсердия, которая имеет 4 степени градации. Ну, если быть, в общем-то, более точным, то 5. Первая
первый класс фибрилляции претердий поехал, нет симптомов, то есть больной не знает, что у него фибрилляция претердий, понятия об этом не имеет, он себя достаточно хорошо чувствует. Второй класс подразделяется на 2А – легкий и на 2Б – умеренный. Ну, что такое легкие симптомы, когда, в общем-то, они практически не обнаруживаются при обычной ежедневной активности. А умеренная симптоматика говорит о том, что действительно обычная активность не нарушена симптомами, но пациент их ощущает, эти симптомы. Третий класс – это тяжелые уже симптомы. Обычная ежедневная активность снижена как раз из-за симптомов, которые связаны с фибрилляцией претердий. И, наконец, четвертый класс – это инвалидизирующие симптомы. Это обычная ежедневная активность невозможна. Ну, а вот так, собственно, выглядит при холтеровском мониторировании фибрилляции претердий. Вы здесь видите, да, вот это первая экстрасистола, вот вторая экстрасистола, которая, собственно, и запустила весь этот самый, в общем-то, пароксизм фибрилляции претердий. С аберрантным здесь проведением, вы видите, по типу блокады правой ножки, да, у пациента на фоне приема сатолола. То есть вот на этом слайде мы видим как раз про аритмический эффект антиаритмиков, тех препаратов, которые, в общем-то, признаны, наоборот, аритмию подавлять. Такое бывает. Аритмик подавляет экстрасистолию, но может быть причиной развития более грозных аритмий. Поэтому немножко не в этот момент, но скажу, что вот видите, такая ситуация, что надо взвешивать необходимость медикаментозной терапии. А это тромб, который выявляется при чрезпищеводном эхокардиографическом исследовании у пациентов с фибрилляцией претердий, который, в общем-то, вполне здесь, как говорится, не удивительно уместен. Потому что вы знаете, что наличие тромбов в ушке левого претердия при фибрилляции претердия связано с тем, что при этой аритмии отсутствует систола претердия, и кровь там, в общем-то, кровь оттуда не опорожняется при систоле, а застаивается, бултыхается, и создаются вот такие предпосылки для образования тромбов. Именно эти тромбы потом так или иначе через митральный клапан попадают в левый желудочек, оттуда уже по аорте и системе крупных магистральных сосудов, в общем-то, являются причинами кардиоэмболических инсультов. Дифференциальная диагностика. Ну, вот здесь представлена претердная тахикардия, трепетание претердия, частая претердная экстрасистолия, да, ну и фибрилляция претердия. Все характеристики той или иной тахикардии представлены в специальной литературе, я не буду на них останавливаться, просто хочу сказать, что, конечно, они все хорошо описаны, и, в общем-то, естественно, и врач функциональной диагностики, и кардиолог должен их хорошо знать. Пять основных целей лечения фибрилляции претердий. Еще вот несколько хочу минут остановиться именно на проблеме фибрилляции претердий. Конечно, прежде всего, профилактика ишемического инсульта и системных эмболий, которые связаны как раз вот с наличием вот тех тромботических масс, которые, в общем-то, образуются при фибрилляции претердий в ушке левого претердия. Медикаментозная электрическая кардиоверсия, да, такое тоже, в общем-то, бывает необходимо, особенно в экстренных ситуациях. Конечно, оптимальное лечение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, то есть того фона неблагоприятного кардиологического, на фоне чего эта фибрилляция претердий и произошла. Но справедливости ради следует сказать, что фон может быть не только кардиологическим, но и эндокринным, например. Можно использовать противорецидивную терапию, медикаментозную или немедикаментозную, в частности, радиочастотную катетерную деструкцию, но сразу забегая вперед скажу, что в случае фибрилляции претердий она недостаточно эффективна. Ну, либо использовать, в общем-то, стратегию ведения пациента контроля частоты сердечных сокращений. Я думаю, вы все хорошо знаете этот слайд, который, в общем-то, описывает необходимость назначения антитромботических агентов с целью профилактики ишемического инсульта и системных эмболий. И, в общем-то, необходимость в использовании антикоагулянта основана на том, насколько, в общем-то, много факторов риска по шкале ЧАДС-2-ВАСК наберет наш пациент. Ну, давайте вспомним немножко эту схему. Если у пациента имеет место фибрилляция претердий на фоне механических протезов клапанов, либо если у пациента имеет место митральный стеноз средней или тяжелой степени выраженности, то в качестве антикоагулянта мы можем использовать только антагонист витамина К, в частности варфарин. А если этого нет, то мы оцениваем риск инсульта в зависимости от факторов риска по шкале ЧАДС-2-ВАС,
не буду сейчас вам ее, в общем-то, напоминать. Я думаю, вы ее все хорошо знаете, врачи, в том числе первичного амбулаторного звена. Так вот, если по шкале ЧАДС-2-ВАСК у пациента 0 баллов, ему никакая антитромботическая терапия не нужна. Коллеги, обращаю ваше внимание. Никакая. Ни антикоагулянтная, ни антиагрегантная. Не рекомендована. Если 1 балл, то эксперты предлагают рассмотреть назначение антикоагулянтов, и, в общем-то, даже если мы, опять же, сошлемся на последнюю редакцию рекомендаций по ведению пациентов с фибрилляцией предсердия 2020 года, то, в общем-то, эксперты предлагают регулярно раз в 6 месяцев реклассифицировать оценку факторов риска по шкале ЧАДС-2-ВАСК, и как только наметится тенденция к увеличению этого фактора, то однозначно, в общем-то, склониться в пользу назначения антикоагулянтов. Ну, а если у пациента 2 и более балла по шкале ЧАДС-2-ВАСК, здесь никаких, в общем-то, ограничений не существует, антикоагулянты показаны. Конечно, нужно оценить противопоказания к их назначению, оценить и, в общем-то, попытаться скоррегировать обратимые факторы риска кровотечения. Ну, и здесь, в общем-то, что мы имеем в своем арсенале, конечно, на первом плане, это прямые пароральные антикоагулянты, особенно если мы говорим об инициации терапии антитромботической. Однозначно мы должны сделать выбор в пользу прямых пароральных антикоагулянтов. Но также остается в нашем арсенале варфарин. Ну а если по каким-то причинам антикоагулянты противопоказаны, то используется уже такое вмешательство. Окклюзия проводится ушко левого предсердия. И вот так вот на сегодняшний день выглядят современные окклюдеры, Watchman и Amplatch, которые имплантируются в левое предсердие и таким образом механически не дают возможности тромбу выходить из левого предсердия. Следующая наджелудочковая тахикардия, а вы узловая реципрокная тахикардия. Это тахикардия, которая развивается по механизму реентрии. Я уже говорила, да, если в названии тахикардии есть слово реципрокная, значит, она, в общем-то, развивается по механизму реентрии, то есть повторного входа волны возбуждения, и использует подступы к АВ-узлу и компактный АВ-узел. Ну, мы несколько касались, когда, в общем-то, я говорила о диагностическом алгоритме дифференциальной диагностики, в общем-то, тахиаритмии с узкими комплексами КЛРС, мы, в общем-то, немного касались особенностей, точнее, характеристик АВ-узловой реципрокной тахикардии. Ну, вот здесь она так или иначе представлена, причем представлена не только ЭКГ, но и внутрисердечная запись из верхних отделов правого предсердия и пучка ГИСа. А вот так, в общем-то, представлена характеристика, электрокардиографическая характеристика АВ узловой реципрокной тахикардии. Ну и здесь, в общем-то, представлены ее специфические формы, типичная, атипичная, fast-slow и атипичная slow-slow. Не буду еще раз повторяю вдаваться в подробности. Итак, при типичном зубец СП не виден, он находится внутри комплекса КОРС. Вот. При атипичной имеет место и той, и другой форме имеет место отрицательный зубец СП в отведении 2-3 АВ. Да? Дальше, при оценке АВУРТ мы оцениваем, опять же, то же самое соотношение ПР и РП, и оно при типичной меньше 70, при атипичной расстояние от РП меньше, чем от РП, а вот при атипичной они равны. Комплексы КУРС во время пароксизма регулярные, нормальные конфигурации, такие же, как практически, как и при синусовом ритме, и часто в отведении в Р1 комплекс КУРС строится по формуле R малое SR1. Какие еще признаки есть у АВОРТ? Внезапное начало и окончание. Начало аритмии с так называемого скачка разогрева, особенно характерное для slow-fast и slow-slow. Алгоритмы лечения узловой реципрокной тахикардии, ну, они подразделяются на три больших, в общем-то, кластера. Это купирование пароксизма, это профилактика и альтернатива лекарственной терапии. Итак, купирование пароксизма. Вот возник пароксизм, пациент плохо его переносит. Сначала мы рекомендуем пациенту вагусные пробы. Я уже на них останавливалась. Чаще всего это пробы Вальсальвы, пробы Мюллера. Если не помогает, то введение аденозина АТФ. И, в общем-то, если это настоящий АВУРТ, приступ должен купироваться на игле.
Далее, использование, если ничего не помогают эти методы, веропамил, диазем, бета-блокаторы. Далее уже идут препараты первого класса, пропофенон, фликоинид. Далее можно использовать препараты третьего класса антиаритмиков, амиодарон, цетолол. И даже через пищеводную электрокардиостимуляцию. Профилактика пароксизмов проводится с помощью антиаритмиков первого класса. Мы чуть позднее, в общем-то, напомню я вам эту классификацию антиаритмиков. И с помощью веропамила. Ну и альтернатива лекарственной терапии – это, конечно же, в общем-то, проведение радиочастотной катетерной деструкции. Вот одного из путей АВО-узла, в общем-то, именно в этом АВО-узле как раз и зарождается вот этот самый механизм повторного входа возбуждения. Так вот, разрушение медленного пути АВО-узла приводит практически к излечению от этой аритмии. Следующая проблема, которая очень важна, особенно для врачей первичного амбулаторного звена, потому что именно к вам приходят молодые ребята, девушки, у которых на ЭКГ могут быть признаки вот этого самого синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Я думаю, вы все хорошо знаете, имеете представление о том, что это такое. Это так называемое, в общем-то, наличие дополнительных путей проведения в проводящей системе сердца. И самое неприятное, что электрофизиологические характеристики этих дополнительных путей проведения – значительно отличаются от нормальных путей проведения импульса. И проведение именно по этим дополнительным путям является той причиной, которая, в общем-то, и приводит к развитию серьезных аритмий. Но здесь на слайде представлено, в общем-то, типичное и скрытое предвозбуждение при синдроме ВПВ. Ну, сразу могу сказать, типичное, видите, в общем-то, дополнительный путь возбуждает большое количество миокарда желудочков, атипичный небольшой, а скрытый настолько малое, что его практически на обычной электрокардиограмме не видно. Ну и чтобы, в общем-то, несколько обозначить вот эти ЭКГ-признаки, лучше давайте вот обратимся к этому слайду. Итак, что мы можем видеть на ЭКГ при синдроме ВПВ? Укорочение интервала ПКУ или РП, он будет меньше 120 миллисекунд. Регистрация на начальном отклонении зубца, так называемой дельта-волны. Вот так она выглядит. Расширение комплекса КРС более 120 миллисекунд. Ну, вот это такие идеальные, в общем-то, признаки ВПВ-синдрома. А чем феномен ВПВ, ЭКГ-феномен ВПВ отличается от синдрома ВПВ? Тем, что, в общем-то, если это феномен, то клинически эти изменения никак не проявляются. То есть это вот так называемый, в общем-то, скрытый ВПВ-синдром или даже, в общем-то, все-таки скрытый ВПВ. А вот если перед нами будет пациент с приступом сердцебиения, которым соответствуют по ЭКГ ниже перечисленные виды наджелудочковых тахикардий, то, конечно, перед нами будет пациент с клиническим манифестным синдромом ВПВ. Итак, какие это наджелудочковые тахиаритмии? Это пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия, пароксизмальная антидромная реципрокная тахикардия и, наконец, самая грозная аритмия, которая развивается при синдроме ВПВ, которая может конвертироваться в фибрилляцию желудочков, а мы с вами говорили о том, что наджелудочковая тахиаритмия, которая может конвертироваться в фибрилляцию желудочков, наиболее опасна, это фибрилляция трепетания предсердий с проведением желудочки по дополнительным путям проведения. Вот так выглядит ортодромная АВ реципрокная тахикардия. Ну, давайте буквально два слова скажу, чтобы вы понимали. То есть из предсердий к желудочкам импульс распространяется по обычному анатомическому пути, а возвращается обратно по дополнительному пути. Антидромная здесь наоборот. Импульс от предсердий к желудочкам идет по дополнительному пути. От предсердий к желудочкам возвращается обратно по нормальному пути. Поэтому, видите, возбуждаются предсердия желудочки одновременно. Комплексы КРС широкие. В предыдущем варианте сначала возбуждались предсердия, потом желудочки. Поэтому, то есть нормальное было возбуждение. Какие здесь возможности диагностики? Значит, ну, ортодромная, значит, тахикардия, отрицательный зубец П во втором, третьем АВФ. Если мы оцениваем, опять же, интервалы ПРРП, то ПР
больше 70 миллисекунд, ну и комплекс ЭКЛРС регулярной нормальной конфигурации. Если это антидромная тахикардия, ну, здесь разные, в общем-то, есть субстраты, здесь представлены пучок кента, махейма, это, в общем-то, дополнительные пути, которые находятся в разных отделах сердца, поэтому они имеют различные как бы характеристики. Ну, отрицательный зубец П и там, во втором, третьем АВФ отведении, ну, и если в случае пучка кента ПР, в случае пучка кента и наличия пучка кента и махейма соотношение интервалов ПР меньше, чем РП. Расширение по типу максимального предвозбуждения мы регистрируем при антидромной тахикардии, я вам показала, при пучке кента, при наличии пучка кента. Если имеет место пучок махейма, то расширение по типу блокады левой ножки пучка киса с отклонением электрической оси влево. Ну а другие признаки – это признаки предвозбуждения желудочков на синусовом ритме, о которых я вам уже и рассказывала. То есть это укорочение интервала ПО, это наличие дельта-волны и уширение комплекса КОРС. Факторы риска внезапной смерти у пациентов с ВПВ синдромом – это наличие множественных дополнительных путей проведения. То есть это вот та самая ситуация, когда у пациента есть не только один какой-то, в общем-то, дополнительный путь проведения, но их несколько. Одновременное развитие фибрилляции предсердий и АВ рецепрокной тахикардии. Еще раз повторяю, это очень высокий риск развития фибрилляции желудочков. Короткий предвозбужденный вариант РР и фибрилляции предсердий, то есть менее 260 миллисекунд, очень высокая частота. Аномалия Эпштейна, это врожденный порог сердца. Использование некоторых антиаритмических препаратов, ну, наличие воспаления сердечной мышцы и возраст пациента. Вот это факторы риска внезапной смерти у пациентов с синдромом ВПВ. Каковы существуют алгоритмы лечения при АВ рецепрокных тахикардиях? Давайте о всех поговорим. Итак, при наличии узкого комплекса КОРС, уже останавливались на этом, это вагусные приемы, аденозин, верапамил, амиодарон и предсердная электрокардиостимуляция. Если это широкий комплекс ЭКЛРС, то мы, конечно, в общем-то, убираем часть опций, которые мы использовали при узком. Новокаинамид, амиодарон, циталол, пропафенон и электроимпульсная терапия 200 джоулей. Это если мы говорим о купировании пароксизма при наличии нестабильной гемодинамики. Электроимпульсная терапия здесь тоже вполне подойдет. Профилактика пароксизмов АВ рецепрокных тахикардий медикаментозная. Лечение возможно при высоком риске, даже при отсутствии жалоб, при расположении дополнительного пути проведения рядом с АВ-узлом, а также при высоком риске инвазивного лечения. Возможно использование монотерапии антиаритмиками, такими как амиодарон, циталол, пропафенон, потому что эти препараты замедляют проведение как в дополнительных путях, так и в АВ-узле. Иногда возможно сочетание блокаторов АВ-проведения, бета-блокатора антагониста кальция с препаратами, которые действуют на дополнительные пути, антиаритмики первого класса. Ну и альтернатива лекарственной терапии – это радиочастотная катетерная деструкция, дополнительного пути проведения которой практически пациента с ВПВ может окончательно вылечить, потому что эффективность в данном случае всех процедур РЧА 90 и выше процентов. Показания к радиочастотной катетерной деструкции. Ну, как я уже сказала, большинство пациентов с синдромом ВПВ РЧА может вылечить. Она может быть единственным обоснованным методом лечения у пациентов с нечастыми эпизодами, либо если имелся рецидив или побочные эффекты на фоне применения антиаритмиков. Женщины, которые планируют беременность, люди с профессиями и стилем жизни, сопряженным с риском, ну, то есть это авиадиспетчеры, да, это диспетчеры метро, пациенты с эпизодами тяжелой симптоматики или успешно реанимированные после остановки сердца. Ну, то есть однозначно, конечно, радиочастотная катетерная деструкция – это является, в общем-то, процедура выбора у пациентов с синдромом ВПВ. Ну и, наконец, последняя аритмия, на которой мы с вами остановимся, это желудочковая тахикардия. Что она из себя представляет? Это относительно упорядоченная тахиаритмия с дискретностью комплексов КОРС, ну то есть с разными комплексами КОРС. Она может быть устойчивой при продолжительности более или менее 30 секунд, но которая требует, в общем-то, ресинхронизирующей терапии, либо неустойчивой. Три и более комплекса продолжительностью менее 30 секунд, мономорфный, то есть однотипный, или полиморфный, то есть разнообразный. Двунаправленная желудочковая тахикардия. Что это такое? Это нерегулярная, неустойчивая полиморфная желудочковая тахикардия с большой частотой, которая быстро меняет свое направление вокруг электрической оси и ассоциируется с удлиненным интервалом КТ. Это очень прогностически неблагоприятно, потому что может трансформироваться в фибрилляцию желудочков.
Она может быть гемодинамически стабильной, продолжаться часами, и тогда она называется непрерывной. Групповой желудочковый тахикардии обозначают три и более комплекса, три и более эпизода желудочковой тахикардии, которые зарегистрированы в течение суток. Шторм желудочковой тахикардии – это синдром, который манифестирует частыми эпизодами желудочковой тахикардии и требует, конечно, электрической кардиоверсии. Частота сердечных сокращений при желудочковой тахикардии варьирует от 100 до 300 и более в минуту. При высокой частоте, когда частота желудочковых ответов составляет 220 и более, комплекс КУРС бывает невозможно отличить от Т-волны. И вот такой тип желудочковой тахикардии тоже прогностически неблагоприятный и относится к трепетанию желудочков. А трепетание желудочков – это предтеча фибрилляции желудочков. Ну и фибрилляция желудочков – это неупорядоченная хаотичная тахиаритмия без дискретности комплексов КУРС и, самое главное, без, в общем-то, эффективного сердечного выброса. Ну, практически на этом слайде уже представлено все, что я уже проговорила. Желудочковая тахикардия Торсада де Пуанс, полиморфная желудочковая тахикардия при удлиненном интервале КТ. Желудочковая тахикардия по механизму реентри в ветвях пучка ГИСа, блокада левой ножки ТИП, которая чаще всего бывает при дилатационной кардиомиопатии. Здесь эффективные антиаритмики и РКД. Двунаправленное сказала, и трепетание, фибрилляция тоже сказала. Но для нас, еще раз, самое главное, хотя по большому счету желудочковая тахикардия редко бывает благоприятной, тем не менее в первой состоянии гемодинамики у пациента стабильный или нестабильный на фоне этой атахиаритмии. Не так гемодинамически стабильной может быть желудочковая тахикардия, когда симптомы, связанные с аритмией, либо отсутствуют, либо ощущаются только какое-то сердцебиение, пауза, либо она может быть гемодинамически нестабильной. И больной вообще не может понять, что с ним. Он вообще может не жаловаться вам ни на какое сердцебиение, а просто упасть в обморок, или у него будет предобморочное состояние, или он может быть внезапно умереть, внезапно развиться остановка сердца. И тогда, конечно, больному нужно проводить реанимационные мероприятия. Здесь перед нами целый список тех сердечно-сосудистых заболеваний и ситуаций, при которых, в общем-то, развивается желудочковая тахикардия и внезапная сердечная смерть. Но наиболее частой причиной является, конечно, ишемическая болезнь сердца, дилатационная кардиомиопатия. Эти заболевания составляют более 90% всех случаев внезапной сердечной смерти. Другие кардиомиопатии, в частности, гипертрофическая, аритмогенная, они, в общем-то, более скромный вклад вносят вот в эти показатели летальности. Первичные электрические заболевания, такое тоже может быть. Синдром удлиненного интервала КТ, синдром Бругада, то есть такие врожденные каналопатии. Катехоламинергическая кардиомиопатия правого желудочка, синдром ВПВ, нарушение проводимости в синусовом предсердно-желудочковом узле. Сердечно-сосудистые заболевания, которые вызваны механическими причинами, различные пороки, миокардиальные мостики, аномальное отхождение венечных артерий, другие заболевания. Не надо забывать о том, что причиной внезапной сердечной смерти может быть и травма грудной клетки, ну, развитие желудочковой тахикардии, внезапной сердечной смерти, которая вызвана гетерогенно, медикаментозно, тренированное сердце, внезапная сердечная смерть при нормальном сердце тоже, к сожалению, может быть, но не так часто, как вот при тех причинах, которые я обозначила в самом начале этого слайда. Итак, мономорфная желудочковая тахикардия. Как ее можно диагностировать и нужно? Надо оценить конфигурацию комплекса КУРС. Если мы говорим о дифференциальной диагностике, да, то, например, блокада ножек пучка ГИСа. Если это наджелудочковая тахикардия, то, по большому счету, выглядеть ЭКГ у пациентов на синусовом ритме и комплекс КУРС на синусовом ритме у пациентов с наджелудочковой тахикардией будет такой же, как и при развитии наджелудочковой тахикардии. Если все-таки перед нами желудочковая тахикардия, то здесь будет блокады ножек, но со смещением электрической оси сердца, так называемая идиопатическая блокада правая, идиопатическая правожелудочковая тахикардия, идиопатическая левожелудочковая тахикардия. Вот. Ну и если мы говорим о полиморфной тахикардии, то это как вариант, как пример, фибрилляция предсердия с предвозбуждением, а для желудочковой тахикардии как вариант
полиморфная тахикардия, это двунаправленная желудочковая тахикардия на фоне синдрома удлиненного КОТ, синдрома Бругада, синдрома укороченного интервала КОТ и синдрома ранней реполяризации желудочков. Действительно, тахикардия желудочковая, тахикардия с широкими комплексами КРС, она требует особого подхода в диагностике, но я хочу, чтобы вы запомнили основное. Все тахикардии с широкими комплексами КРС, еще раз вам напоминаю, что это такое, это величина КРС больше 120 миллисекунд. Так вот, эти тахикардии следует лечить как желудочковые тахикардии, пока не доказано обратное. Ну, а теперь, в общем-то, конкретная диагностика желудочковой тахикардии. Первое и самое главное, и самое важное – это наличие АВ-диссоциации. Что это такое? Это независимое от комплексов КРС расположение зубца П. Другими словами, зубцы П, предсердия сокращаются и живут в своем режиме, желудочки, которые, в общем-то, прописываются на ЭКГ комплексом КРС, КРС живут в своем режиме. Кроме того, регистрируются на кардиограмме сливные захваченные желудочковые комплексы. При желудочковой тахикардии комплекс КРС всегда уширен и деформирован. 0,14 секунд, как при блокаде правой ножки, 0,16, как при блокаде левой ножки типа. Расстояние от начала зубца R до надира. Что такое надир? Это самая низкая точка зубца S, более 0,1 секунды в одном из грудных отведений. Это тоже в пользу желудочковой тахикардии. Одинаковая направленность комплексов КРС во всех грудных отведениях, ну, за исключением двунаправленной желудочковой тахикардии, да, то есть так называемая конкордантность. Если желудочковые комплексы напоминают блокаду правой ножки, это монофазные или двухфазные комплексы КРС в первом, и РС, когда R меньше S или имеется зубец Q V6, это тоже признаки желудочковой тахикардии. Если все-таки желудочковые комплексы напоминают блокаду левой ножки пучка Гесса, то здесь тоже есть особенности. Ширина зубца R маленького V1 и V2 превышает 0,03 секунды. Расстояние от желудочкового комплекса до надира зубца S превышает 0,06 секунды. V6 может быть зубец Q при большом зубце R или QS. При наличии блокады ветви пучка Гисса на синусовом ритме тахикардия с широкими комплексами, которые отличаются от боковых на синусовом ритме, вероятнее всего желудочкового. Но это, собственно, то, что я вам сказала. Если комплекс КРС при развитии тахикардии такой же по конфигурации, как и на синусовом ритме у пациента, это наджелудочковая, скорее всего, тахикардия. А если комплекс КРС отличается, несмотря на то, что он похож на какую-то из блокад ветвей пучка Гисса, от того комплекса КРС, которого у этого же пациента есть на синусовом ритме, то, вероятнее всего, это тахикардия желудочковая. Ну, а вот так выглядит, в общем-то, алгоритм диагностики. Мы должны, когда перед нами тахикардия с широкими комплексами КРС, обнаружить зубцы П и оценить их связь с комплексами КРС. Сравнить дальше комплексы КРС при тахикардии до и после приступа. Одинаковая форма комплекса КРС во время пароксизма и на синусовом ритме свидетельствует в пользу наджелудочковой тахикардии. Это уже мы с вами проговорили. Патологический зубец Q на ЭКГ, который зарегистрирован до пароксизма, или желудочковая экстрасистолия, которая имеет одинаковую форму КРС, зарегистрированную при тахикардии, свидетельствует в пользу желудочковой тахикардии. Ну и еще дополнительная опция. Ширина комплекса КРС больше 0,16 секунды – это, скорее всего, желудочковая тахикардия, а уж тем более, если комплекс КРС шире 0,20 секунд, это, конечно, скорее всего, ВПВ с антроградным проведением импульсов по дополнительному пути. Но все вот эти опции требуют, конечно же, уточнения. Для этого пациента направляют уже к узким специалистам для проведения электрофизиологических исследований. Еще раз, такой вот блок-схему я вам покажу. Желудочковая тахикардия и наджелудочковая тахикардия с аберрантным проведением. Итак, желудочковая тахикардия. Связь между комплексами КРС и П отсутствует, имеет место АВ-диссоциация и имеет место конкордантность, то есть однонаправленность комплексов, особенно в грудных отведениях. Это хорошо видно с V1 по V6.
Если комплексовая форма комплексов КЛРС такая же, как в эссенсовом ритме, если связь между комплексами КЛРС и зубцами П есть, и это прослеживается хорошо во втором-третьем АВФ отведениях, когда зубцы П направлены вверх, и если вагусные приемы изменяют частоту сокращения желудочков, то перед нами наджелудочковая тахикардия с блокадами ножек или, как говорят, с аберрантным проведением. Ну а вот перед нами, собственно, так, как выглядит блокада левой ножки при суправентрикулярной тахикардии, то есть классические все характеристики блокады левой ножки, V1, V6, не буду на них останавливаться. И вот так вот несколько измененно, то есть похоже на блокаду левой ножки пучка ГИСа, да, вот здесь вот у нас левая ножка, выглядит комплекс КОРС при желудочковой тахикардии. То есть характеристики количественные вы видите налицо. Различия, точнее, количественные налицо. При блокаде правой ножки пучка ГИСа, ну, классическая, да, РСР при суправентрикулярной тахикардии, точно так же, как и на синусовом ритме, да, V1 и вот V6 конфигурация комплекса КОРС. И посмотрите, как вот этот вот блокада правой ножки пучка ГИСа тип при желудочковой тахикардии меняется тоже с определенными характеристиками. Еще одна желудочковая тахикардия – это тахикардия типа пируэт, двунаправленная желудочковая тахикардия, которая развилась у пациента с синдромом ВПВ. Ой, прошу прощения, с синдромом удлиненного интервала КТ. Ну, вот, конечно, такое не забудешь. Итак, признаки. ЭКГ-признаки желудочковой тахикардии типа пируэт. Частота желудочкового ритма составляет от 150 до 250 минут. Ритм неправильный, с колебаниями интервалов РР достаточно в больших пределах 0,2-0,3 секунды. Комплексы КУРС большой амплитуды, продолжительность их больше 0,12 секунд. Понятно, это широкие комплексы. Меняется амплитуда и полярность комплекса в течение короткого периода времени. В случае, если на ЭКГ регистрируется зуб ЦП, можно наблюдать разобщение притерного желудочкового ритма. То есть можно увидеть еще один дополнительный признак именно желудочковой тахикардии, именно наличие АВ диссоциации. Пароксизм такой тахикардии длится несколько секунд, прекращаясь самопроизвольно, это неустойчивая желудочковая тахикардия, но она имеет высокую склонность к рецидивированию. Приступы провоцируются экстрасистолой, и вне приступа желудочковой тахикардии на ЭКГ регистрируется, как правило, значительное удлинение интервала КТ, которое является причиной развития тахикардии типа пироид. Итак, факторы риска перед нами. Женский пол, брадикардия, как я уже сказала, удлиненный базовый интервал КТ, патологически пролонгированный интервал КТ и КТ, коррегированный на фоне медикаментозного лечения, лабильность этой волны, изменение морфологии этой волны, электролитные нарушения, высокие дозы или концентрации препаратов, а также внутривенные инфузии. Использование препаратов, которые вмешиваются в метаболизм средств, вызывающих двунаправленную желудочковую тахикардию, такие как эритромицин, кетоконазол, ну, то есть противогрибковые препараты, некоторые антибиотики, грейпфрутовый сок. Я думаю, вы все вот эти уже три всадника апокалипсиса выучили, да, которые следует использовать очень осторожно, особенно вместе с другими препаратами, потому что совместно они могут вызвать вот такие серьезные осложнения. Гипертрофия миокарда, использование диуретиков, особенно бесконтрольно, чтобы похудеть. Недавняя ресинхронизирующая терапия фибрилляции предсердий, генетические факторы риска, бессимптомные или симптомные носители мутаций, которые кодируют калий и натриевый канал, так называемые каналопатии. Ну и, наконец, лечение нарушения ритма сердца. Я уже касалась частично в разных разделах, когда говорила о наджелудочковых тахикардиях, как лечить ту или иную наджелудочковую тахикардию, брадиаритмию. Теперь давайте, в общем-то, суммируем все то, что мы сказали, ну и подробно остановимся на лечении желудочковых нарушений. Итак, основные опции предусматривают лечение основного заболевания, на фоне которого эта тахиаритмия развилась. Необходимо устранить сопутствующие факторы. Использовать антиаритмические препараты осторожно, чуть позже об этом поговорим. Электроимпульсная терапия нам нужна в случае ургентных ситуаций. Деструкция абляции или изоляция эктопического очага и деструкция реэнтри пути помогает, но не всегда. Имплантация пейсмейкера, кардиовертера, дефибриллятора, других ресинхронизирующих устройств, хирургические методы. Ну и, конечно, нужно решать вопрос трудоустройства. Итак, какие существуют показания непосредственно к антиаритмической терапии? Первое – это аритмии сердца, которые протекают с нарушением гемодинамики. Второе – какую аритмию надо лечить? Гемодинамически они могут быть незначимы, но они потенциально опасны. Потенциально опасны, потому что они увеличивают риск внезапной смерти.
Ну и гемодинамически незначимые аритмии, которые ухудшают качество жизни пациента. Вот это самая такая серая зона, самая непростая, в общем-то, самое непростое показание к антиаритмической терапии, потому что очень часто мы идем на поводу у пациентов и назначаем антиаритмики, которые потом, в общем-то, этому больному дорого обходятся. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, доброкачественные, безопасные аритмии, еще раз повторяю, не требуют они применения антиаритмиков и каких-либо других, в том числе хирургических, методов лечения. Какие это аритмии? Любая наджелудочковая экстрасистолия и пароксизмы наджелудочковой тахиаритмии, которые в большинстве случаев непродолжительны, которые протекают без нарушения гемодинамики, вне зависимости от наличия или отсутствия органического субстрата, то есть органического поражения сердца. Ну, как говорится, легко сказать, действительно бывает очень неприятно, когда у пациента развивается вот такая вроде бы безопасная аритмия. Но, тем не менее, действительно, лечить ее медикаментозно будет себе дороже. Исключение составляют хронические тахиаритмии. Почему? Потому что вот их постоянство или непрерывное рецидивирующее течение может явиться риском развития кардиомегалии. И тогда действительно очень серьезно будет уже клиника ухудшаться. Желудочковая экстрасистолия любых градаций, пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии, которые не сопровождаются нарушением гемодинамики у лиц без органического поражения сердца. Исключение. Больные без структурных поражений сердца, но при наличии врожденного удлиненного или укороченного интервала КТ, синдрома Бругада, при наличии канала Пати. При подозрении на идиопатическую желудочковую аритмию блокада левой ножки тип необходимо исключить аритмогенную кардиомиопатию и дисплазию правого желудочка. Это нужно сделать обязательно. И при выявлении вот такой дисплазии кардиомиопатии уже переходить достаточно к серьезным, в общем-то, мероприятиям. Второй кластер аритмии – это потенциально опасные злокачественные аритмии, которые требуют нестандартных подходов к лечению. Итак, желудочковая экстрасистолия 10 и более в час, пробежки неустойчивой желудочковой тахикардии и менее 30 секунд при наличии органического заболевания сердца, особенно если есть признаки сердечной недостаточности, особенно если есть признаки систолической дисфункции. Все это способствует увеличению риска внезапной смерти из-за развития фибрилляции желудочков. Таких пациентов надо лечить. Около 20% больных, которые перенесли инфаркт миокарда, как раз и имеют данный вид аритмии. Что здесь нужно помнить? Использование любых антиаритмиков для подавления желудочковой эктопической активности с целью улучшения прогноза жизни этих больных может привести к увеличению смертности. Исследование КАСТ и КАСТ-2 – это, в общем-то, революционное исследование, действительно. Поэтому антиаритмики первого С-класса, антиаритмики первого А и первого Б-класса недопустимы у таких пациентов. Бета-блокаторы без собственной симпатомиметической активности уменьшают общую смертность на 20-25% у больных высокого группы риска, которые перенесли инфаркт миокарда с зубцом КУ. То есть бета-блокаторы относятся к препаратам с антифибрилляторным эффектом. Метопролол, атенолол, пропранолол, тималол. Амиодарол снижает общую смертность у пациентов с постинфарктных больных на 13% и внезапную смерть на 29%. Сатолол не оказывает влияния на смертность у больных инфарктов миокарда. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора рекомендуется больным, у которых через месяц после инфаркта миокарда отмечается снижение фракции выброса. И если фракция выброса остается менее 30%, вне зависимости от наличия или отсутствия желудочковых нарушений сердца. Это очень важно. К потенциально опасным аритмиям, вероятно, надо отнести предсердные тахиаритмии, невероятно однозначно. В первую очередь, фибрилляцию и трепетание предсердий. У больных с синдромом ВПВ. Я уже на этом останавливалась в ходе нашего вебинара, потому что высок риск развития тяжелых гемодинамических нарушений, даже фибрилляции желудочков. И в данном случае здесь расширены показания для катетерной деструкции дополнительных путей проведения. Противопоказаны сердечные гликозиды, верапамил, дилтиазем. Нецелесообразны в данном случае бета-блокаторы и аденозин. И, наконец, злокачественные жизнеопасные аритмии – это устойчивая желудочковая тахикардия с тяжелыми нарушениями гемодинамики, фибрилляция желудочков после успешной реанимации. Больные с злокачественными нарушениями ритма имеют очень высокий риск смерти – 60-70% при отсутствии эффективного лечения. Ну что ж, давайте я вам напомню вот эту самую классификацию антиаритмических препаратов. Я думаю, вы ее все хорошо знаете. Более того, в рамках Гиппократа
по-моему, два. У нас, в общем-то, был большой кластер лекций, посвященных антиаритмическим препаратам, и, в общем-то, более подробную информацию об этих препаратах, об их механизмах действия, значит, фармакокинетических, фармакодинамических особенностях, о показаниях и противопоказаниях вы можете найти, в общем-то, пройдя по ссылке соответствующего, так сказать, класса Гиппократа. Итак, четыре класса антиаритмических препаратов. Первый класс – это блокаторы натриевых каналов, первый А, первый Б и первый С. Ну, на сегодняшний день, надо сказать, наиболее популярным из этого списка является только пропофенон. Класс 2 – это блокаторы бета-адренергических рецепторов, бета-блокаторы. Класс 3 – это препараты, которые увеличивают продолжительность потенциал действия, к ним относятся аминодородный столол, ну и, в общем-то, дефицилит и бутилит, которых у нас в России нет. И класс 4 – это блокаторы медленных кальциевых каналов. Итак, показания. Первый А-класс – это купирование самостоятельно или больным пароксизмальных тахикардий, чаще всего суправентрикулярных, то есть на отжимчиках, и профилактика клинически плохо переносимых аритмий у больных с благоприятным прогнозом, то есть, как я уже сказала, без органической патологии сердца. Бета-блокаторы. Ну, это препараты, которые заслуживают нашего внимания, потому что это препараты используются у пациентов в группе риска внезапной смерти после инфаркта миокарда. Как я уже говорила, они оказывают выраженный антифибрилляторный эффект при наличии желудочковой экстрасистолии, увеличенного конечного диастолического объема, снижение сегмента СТ на нагрузке, это препараты нужны. Пациенты с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса в сочетании с ингибитором АПФ, с вероспироном, с диуретиками тоже нужны. И уж сердечные гликозиды, насколько нужны, это нужно, в общем-то, оценить по конкретной клинической ситуации, ну и при наличии синдрома удлиненного QT, это препараты выбора. Третий класс – это амиодарон, профилактика внезапной смерти, особенно у пациентов с ИБС, недостаточностью кровообращения, гипертрофической кардиомиопатии, наличием желудочковых тахикардий. Профилактика наджелудочковых тахикардий и фибрилляции предсердий тоже при наличии соответствующих, в общем-то, органических субстратов миокардии, сердечной недостаточности, ИБС, синдром ВПВ, ну а также при рефрактерности к другим антиаритмическим препаратам. Здесь на слайде я позволила себе представить алгоритм действия пациентов, когда у них на фоне тахиаритмии развивается обморок. Ну и здесь, в общем-то, выбор невелик, да, в зависимости от того, что это суправентрикулярная тахикардия, да, или желудочковая тахикардия, либо это, в общем-то, катетерная деструкция, радиочастотная катетерная деструкция, класс доказательности 1, либо антиаритмическая терапия. Посмотрите, класс доказательности все-таки ниже. Ну и, соответственно, здесь имплантация кардиовертера-дефибриллятора и тоже РЧА или антиаритмическая терапия. Подходы к профилактике нарушений ритма сердца. Еще раз повторим. Это лечение основного заболевания и сопутствующих состояний, которые эту аритмию провоцируют. Клапанные пороки, их коррекция. Лечение тиреотоксикоза. Передозировка симпатомиметиков, сердечных гликозидов и злоупотребление алкоголем. Это все должно контролироваться. При пароксизмальной, персистирующей или постоянных формах аритмии требуется длительная, а не просто курсовая фармакотерапия. Ну, исключения составляют так называемые острые тахиаритмии, которые развиваются при инфаркте, перикардите, тромбоэмболии, легочных артериях. Если у больного с дисфункцией левого желудочка, которая имеет место после инфаркта миокарда, при развитии сердечной недостаточности, при сниженной фракции выброса, вы хотите убрать экстрасистолию, то лучше этого не делать, в частности, препаратами первого класса, первого С и первого А, потому что это ухудшит прогноз жизни. Об этом мы с вами уже говорили. Точно так же препараты этого класса, первого С, противопоказаны у пациентов с острым коронарным синдромом, а также при нестабильности стенокардии, инфаркте миокарда. Более того, они нецелесообразны при хронических формах ишемической болезни сердца. При фибрилляции и трепетании предсердий первостепенное значение придается профилактике тромбоэмболических осложнений. Мы сегодня с вами об этом говорили. Ну и, несмотря ни на что, на сегодняшний день все равно, когда перед нами возникает пациент с аритмиями, мы с вами определяемся в тактике лечения. Мы выберем частоту контроль, то есть будем контролировать ему частоту желудочковых сокращений сердца, может быть, даже не будем восстанавливать синусовый ритм, либо все-таки будем его восстанавливать. Но в последнее время хочется отметить, что большинство экспертов склоняются к тому, что если человек родился с синусовым ритмом, желательно ему с синусовым ритмом умереть, поэтому, в общем-то, многие склоняются к необходимости восстановления правильного синусового ритма. Синдром слабости синуса узла, так называемый тахибрадий, перед проведением профилактической антиаритмической терапии, конечно же, показана электрокардиостимуляция, имплантация ЭКС.
Выраженная гипертрофия миокарда увеличивает риск проаритмогенного действия антиаритмиков. Это нужно помнить, об этом нужно помнить. Особенно развивается вот та самая тахикардия торса до пуанта, о которой я уже говорила. В этом случае рекомендуется амиодарон как препарат выбора. Проаритмический эффект, как я уже сказала, у антиаритмиков достаточно высокий, у 70% он развивается. Ну и лекарственно-индуцированная желудочковая тахикардия чаще встречается у больных с органическим поражением сердца и сниженной фракцией выброса, а также при каких-то других морфологических изменениях миокарда, таких как гипертрофия миокарда, клапанные пороки и так далее. Кроме того, приобретенный интервал КТ, пожалуйста, помните, когда вы пациенту назначаете даже не сердечно-сосудистые препараты, а противомикробные препараты, многие антибиотики, противогрибковые препараты. Обязательно, в общем-то, если вам пациент, для вас, в общем-то, пациент, вас пациент настораживает, следует, конечно, регулярно оценивать электрокардиограмму, потому что многие из них провоцируют развитие приобретенного интервала КТ. В этом случае препараты первого класса, третьего и первого C класса противопоказан. Препаратом выбора являются бета-адреноблокаторы. Ну, в случае неэффективности монотерапии, если мы с вами, в общем-то, все-таки говорим об антиаритмической терапии, можно прибегнуть к комбинации антиаритмиков, но это уже будет делать врач-специалист, аритмолог, кардиолог. Немедикаментозное лечение аритмии, которое включает радиочастотную катетерную деструкцию, имплантация кардиовертера, дефибриллятора, электрокардиостимулятора, хирургическое лечение показано при симптомных аритмиях, если нет эффекта от фармакотерапии. Ну, я уже в рамках этого вебинара рассказала, что существуют такие аритмии, которые сразу, в общем-то, можно почти в 100% случаях вылечить с помощью РЧА, поэтому, в общем-то, время тратить на фармакотерапию в этих случаях не нужно. Иногда и немедикаментозному лечению дается предпочтение перед терапией антиаритмиками. Вот, собственно, то, о чем я вам сказала. Синдром Бругада, злокачественная желудочковая аритмия, это имплантация кардиовертера. АВУРТ, АВ-реципропная тахикардия, проводится радиочастотная катетерная деструкция. Антиаритмическая терапия должна проводиться только препаратами, эффективность и безопасность, которая доказана в крупных исследованиях. Не надо использовать метаболическую терапию, которой, к сожалению, до сих пор прибегает большое количество наших коллег. Препараты калия, если мы хотим, в общем-то, что-то